В каждом уголке Синеока есть уникальные места. Одно из таких – Свято-Георгиевский храм. Церковь, построенная в 1905-м, служила духовным оплотом Кутаисского и Эмеретинского полков, которые дислоцировались в Бобруйской крепости. Судьба здания трагична. В 1928-м была разрушена колокольня и сброшен купол. В советские годы здесь размещалось ателье, авторемонтные мастерские, столовая и библиотека. Только в 1990-м святыню возвратили верующим и за 5 лет полностью восстановили. Участники республиканского проекта «Автопоезд Беларусь. Молодежь. Традиции» молятся за мир и спокойствие на родной земле. Участие принимают около 30 семей из всех уголков Республики Беларусь. Это ребята в возрасте от 18 до 31 года. Данный проект является поощрительным, ведь туда попали только лучшие представители каждого региона. Автопоезд стартовал 14 октября из Полоцка. Всего в маршруте 18 населенных пунктов. Позади Витебска и Гомельской области. Сейчас участники познают красоты Могилевской. Увлекательная экскурсия по Бобруйской крепости никого не оставляет равнодушным. Фортеция – самое мощное в Европе оборонительное укрепление начала 19 века. В 1812-м цитадель приняла основной удар армии Наполеона и 4 месяца сдерживала осаду французов. Здесь служили организаторы декабристского движения, и был разработан легендарный план захвата Александра I, который так и не осуществился. В 2002-м памятник архитектуры внесли в государственный список историко-культурных ценностей. Так получилось, что у нас вчера была годовщина свадьбы, год, как мы как бы вместе, и такое путешествие, обычно мы работаем ночь-день, как бы не всегда бывает, попадаем вместе, а тут целая неделя, ну как бы вместе всегда. Очень хорошо, что республика заботится вот о молодежи, делает такие проекты хорошие, чтобы молодежь собиралась, знакомилась больше. В годы Великой Отечественной на территории крепости располагался немецкий концлагерь, в котором погибли десятки тысяч солдат и мирных жителей. Молодежь склоняет головы у братской могилы советских военнопленных. В святом для каждого горожанина месте не звучат громкие слова. Красные гвоздики и минута молчания. Дань памяти тем, кто не вернулся с той страшной войны. В год исторической памяти очень важно сохранить, помнить и пронести память о погибших, о тех, кого так жестоко карали фашисты. Мы даем обещание, что мы пронесем память о тех, кто погиб за нас через года и передадим своим потомкам. Брендированный автобус заметен издалека. Сбоку эмблема проекта в цветах национального флага и хэштеги с запланированными городами. Следующая остановка – одна из самых современных школ в стране – 34-я. Здесь по самым передовым методикам обучаются более 1400 детей. Мальчишки и девчонки осваивают математику и робототехнику в лего-классах, получают навыки альпинизма на скалодроме, занимаются в тренажерном зале и плавают в бассейне. Важно, что это действительно молодые семьи, которые приобретают первый опыт, приобретают некие исторические познания, и все, на чем мы их воспитываем, все, чем мы им помогаем, духовным наследием, ценностью исторического образования, вот это сегодня мы все вместе вплели в нашу такую экскурсионную программу. Участники республиканского проекта в полном восторге. Здесь снова чувствуют себя детьми и пробуют свои силы в хореографии. Не обходится и без фото на память. На дорожку музыкальный подарок, зажигательный концерт от творческих коллективов города. Несомненно, Бобруйск, его история и современность навсегда останутся в сердцах семейных пар. Акция приурочена к неделе родительской любви. Молодежный автопоезд продолжит путешествие по памятным местам Брестской, Гродненской и Минской областей и завершится в столице 21 октября. Татьяна Горбач, Максим Галионко, Бобруйск 360.